я думаю, что Европа в целом, мне кажется, сейчас как-то терпит какие-то удары. Я не могу понять, почему, но мне кажется, раньше там было намного комфортнее, чем сейчас. Что-то у них там происходит. Я не знаю, я особо не встреваю в их политические там, да, но мне кажется, Евросоюз, он как таковой, а что он что давал? Ну вот они безвизовые сделали поездки, вот эти шенгенские, да, и что дальше? Ну, к торговле там, торгаши там стали легче себя чувствовать. Ну, в принципе, я не думаю, что это что-то дает. У них ничего там нету особого, мне кажется так.